Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, и я опять охрип. И вы на лекции по неврозам, вегетососудистой дистонии, паникам и прочим нервно-психическим расстройствам. Как вы знаете, я с 2011 года снимаю многочисленные видео. Этот канал был первым в российском YouTube, который стал освещать подобную тему. И сегодня я предлагаю вам внимательно посмотреть лекцию технологического характера. Суть заключается в том, что действительно многие мои лекции носят посыл примерно один и тот же. И сегодня я хочу рассказать не о симптоматике, сегодня я хочу рассказать вам не о вегетососудистой дистонии и не о неврозах в целом, а хочу рассказать о практической технологии, которая позволит новичкам, которая позволит людям уже, которые работают над своим неврозом, а также поможет начинающим специалистам и практикам немножечко глубже, шире посмотреть на работу с клиентом. Поэтому предлагаю вам внимательно посмотреть. Значит, что меня привело к этой лекции? Вообще, эта информация закрытая. Я поделюсь с вами фрагментом терапевтической работы, поделюсь с вами технологией терапевтической работы. Привело меня то, что уже этим летом я буду запускать обучающую группу. Группа будет из 3-5 человек. Также будут индивидуальные форматы по обучению молодых специалистов, которые находятся в стадии образовательного процесса в институтах, по психологии, психотерапии, клинической психологии, общей психологии и педагогики, которым хочется работать в области психологического здоровья и консультирования именно в аспекте неврозологии, именно в аспекте тревожно-фобических депрессивных расстройств. Эта лекция не прелюдия, это просто фрагмент технологии, как работать с клиентом. Эта же технология поможет новичкам. Поэтому я попросил бы вас показать это видео людям, которые находятся на форумах, людям, которые находятся в социальных сетях, которые не могут понять, что же делать, да, находятся в неком смятении. И я постараюсь сейчас немного технологично, попробую коротко объяснить сложную концепцию простым языком. Конечно, нельзя не объять необъятное. Я охвачу какую-то часть технологии, потому что большую часть технологии нужно изучать детально на личных занятиях, на групповых занятиях, со своим терапевтом, со своим консультантом. Но, тем не менее, постараюсь прояснить некоторые важные аспекты. Прежде всего, я буду оперировать графиком на оси XY для того, чтобы было наглядно. Итак, X1, Y. На оси Y мы отложим напряжение. Под этим напряжением мы будем понимать вегетативное напряжение, мы будем понимать наличие пиков страха, пиков навязчивых мыслей и прочую симптоматику, которую в многообразии наши клиенты так активно испытывают. На оси X мы будем откладывать отношение человека к определенным событиям в его жизни. Отношение. Мы это в когнитивной терапии называем воззрение, автоматические мысли, убеждения. Сейчас не будем вдаваться в детализацию, но в целом я это назову, вот эту ось, отношение человека. Проведем некоторую среднюю. И в принципе, отложим жизнь любого человека или нашего клиента. В жизни любого человека встречаются разные ситуации: свадьба, развод, экзамены, какие-то обстоятельства по работе, обстоятельства в личной жизни, в семейной жизни. И никто из наших клиентов не может четко сказать, что есть какие-то обстоятельства, которые вот прям ярко вписываются в то, что у него началась какая-то проблема. Мы отложим на оси XY соотношение напряжения
и еще кое-чего. И увидим с вами такую вот интересную закономерность. Я сейчас говорю коротко, но чтобы вы просто поняли. Кривая будет выглядеть таким образом. Вот это ваше напряжение. То, что находится за пунктиром сверху, это напряжение свыше определенной точки. До вот этой точки ваша обычная жизнь идет обычным чередом. Где-то у вас экзамены, где-то что-то произошло. Это не столь важно. Вы никак это не испытываете, не придаете этому значения. Но потом начинаются вегетативные, фобические, навязчивые и прочие состояния. Мы видим, что уровень вашей тревоги находится выше определенного средника. Именно поэтому вы испытываете тахикардию, экстрасистолы, чувство нехватки воздуха, дереализацию, деперсонализацию. Формируются страхи по поводу сердца, по поводу здоровья. Формируются навязчивые фобии, навязчивые мысли. Они формируются только тогда, когда уровень вашего напряжения вышел за определенную среднюю. Что же произошло? Почему ваше напряжение здесь и здесь имеет разные значения? Дело заключается в том, что вот эти пики, неважно, это сейчас не есть определенная кривая по увеличению. Я просто так нарисовал, чтобы вам было понятно. Это не значит, что она стремится все время вверх и вас разорвет. Она может быть вот такой, вот такой. Но тем не менее, я хочу просто условно показать, что пики эмоционального напряжения внутреннего вышли за определенные рамки, и вы стали их ощущать вегетативно, эмоционально и поведенчески. Помните, да, предыдущие ролики? Что же произошло? Произошло следующее. Вот здесь вот, на оси X1, там, где у нас отношения или воззрение, вы, как обычный человек, ну, условно назовем это 50%, условно, чтобы было понятно просто, вы вот к этим вот ситуациям относились более-менее рационально. Они не попадали в особо значимые ценности, не попадали в особо значимые пласты убеждений. Поэтому пик ваших эмоций оставался на условном уровне, и вы не ощущали, потому что ваше мышление было либо рациональным, либо не столь искаженным. Проще говоря, вы относились к определенным вещам проще. Чтобы вам было просто понимать, я нарисую еще одну ось, и она будет называться X2. Ось X2, на ней мы отложим определенные события в вашей жизни, которые неминуемым образом преследуют каждого человека, жителя мегаполиса или любого другого населенного пункта. Не смотрите закономерно, сейчас это не важно. Это просто обстоятельства или просто же. Просто же – это просто наша жизнь. Встретил, полюбил, разлюбил, уволили, не уволили и так далее. Так вот, что же происходит? Вы в какой-то момент, как и все люди, сталкивались с какими-то обстоятельствами. Но ваше отношение к этим обстоятельствам было весьма либо рациональным, либо менее претензионным и так далее. И вы не испытывали вегетативного напряжения. Но в какой-то момент стали происходить ситуации в вашей жизни, пускай банальные. Но суть в том, что невротик – это человек, который относится, опять же, если здесь взять от 0 до 100, на ось, ось X – это тоже от 0 до 100. От 0 до 50 – это рациональное мышление. От 50 до 100 – это иррациональное мышление. Иррациональное, а это рациональное. Когда вы относитесь рационально к вашим жизненным событиям, вот этим, ваше напряжение не выходит за рамки, и вы не ощущаете ни вегетатики, ни вспомогательных защитных механизмов в виде фобий, избеганий и так далее. Ваша жизнь вполне логична, вполне здорова, и никаких проблем нет. Но невротик, наш пациент, это человек, который испытывает иррациональное воззрение на определенные жизненные ситуации. Оно явно выходит за рамки, если вот так вот это сделать,
оно явно выходит за рамки рационального, и оно вот здесь. Здесь много убеждений, много требований, много стратегий, которые не реализовались. И именно вот эти ситуации, если проводить закономерность вашей жизни, то вы увидите, что вы испытываете пики вегетативного напряжения в определенных ситуациях. Что я хочу донести до зрителей? Что ваша вегетатика на осе Y будет всегда прямо пропорционально А – вашему отношению, Б – к вашим ситуациям. Еще раз, уровень вашего напряжения будет прямо пропорционален вашему искаженному мышлению в определенных обстоятельствах. Проще говоря, в каких-то обстоятельствах жизни вы отнеслись как-то слишком тревожно, слишком мнительно, слишком предвзято, и вы испытали слишком сильные эмоциональные состояния. Отсюда и вытекает ваше и ВСД, и фобии, и так далее. Терапия будет заключаться в том, чтобы привести человека, который находится вот здесь, где у него слишком сильное эмоциональное, предвзятое, узкое, невротическое восприятие этих ситуаций, к восприятию этих же ситуаций более рационально. Тогда его напряжение станет абсолютно естественным, и его симптоматика будет редуцирована. Проще говоря, объектом терапии всегда выступает следующее. Первое. Это некоторый феноменологический момент точки напряжения, как феномен. Оно само по себе не является каким-то объектом терапевтического воздействия. Но затем мы приводим прямую закономерность между точками напряжения или точкой выхода в симптом, или усилением симптома, и самое главное, вот эти два момента. Ваши жизненные обстоятельства и ваше отношение к ним. Итак, за ВСД, за тревожно-фобическими расстройствами, вот это ваши симптомы, всегда кроются два важных момента. Это ваше отношение к определенным событиям жизни. Здесь есть два момента. Есть события жизни, которые послужили началу этих пиков. А затем есть события жизни, которые продолжают эти пики. Эти события могут быть как и само тревожное отношение к этим пикам, то бишь к симптомам, так и продолжение болезненного восприятия к определенным текущим жизненным событиям. Проще говоря, если у вас изначально были заложены неверные интерпретации, искаженное мышление, сильные убеждения, вы были обречены на выход в эти пики, потому что так или иначе жизненные обстоятельства привели бы вас к такой форме понимания вещей, и вы бы испытали эти пики. Есть клиенты, которые говорят, у меня было все хорошо, а потом бац, началось. Действительно, у вас было практически все хорошо, пока не случились определенные события, на которые вы посмотрели слишком узко, предвзято, с убеждениями, и начались пики. Потом вы этих пиков испугались, сформировали страх, который потом уже является вот здесь. У меня паника, у меня ВСД. И вы опять к этому смотрите, на это слишком тревожно. Плюс к этому продолжают поступать какие-то ситуации в жизни. Дома, на работе и так далее. И вы продолжаете на них смотреть слишком предвзято, продолжая создавать эмоциональные пики. Поэтому ваши симптомы не заканчиваются. Бывают такие ситуации, когда клиент говорит, да у меня всю жизнь были эти пики, просто они плавно-плавно нарастали. Действительно, потому что вот это искаженное мышление, оно уже присутствовало всегда. Это был лишь вопрос, так скажем, череды событий, на которые вы все больше смотрели с искажением, все больше предвзято и так далее. Подведя маленький итог, могу сказать, что объектом терапии всегда выступают не сами пики напряжения и симптоматики, а научение пациента видеть четкую закономерность. Жизненные ситуации, реакция, как я на это посмотрел. Жизненная ситуация, реакция, как я на это посмотрел. Вот это и является объектом психотерапевтического воздействия, целью которой является привести реагирование к определенным ситуациям в баланс. Тогда никаких симптомов у вас не будет. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. Увидимся. До встречи.